Всем привет! Заготовлю, так сказать, скромный ужин. Хочу морковку, натру морковку на мелкой терке. У нас терка такая старенькая. Вот, натру. И здесь у меня фарш остался немного. Я его добавлю вот сюда. Здесь у меня варится булгур. Я его поставила. Булгур промывайте в 10 водах. То есть вот набрали в такую емкость воды, сполоснули, вылили, еще раз набрали, сполоснули, вылили, так 10 раз. Сыр, ой, рис, булгур, любую крупу, все надо промывать. Поэтому, когда он уже дойдет до готовности, я добавлю сюда фарш, ну, так сказать, для вкуса. Вот, и сделаю такой вот салатик, натру. Так, булгур закипел, пенку я тут тоже снимаю. Надо подсолить, забыла. Пусть он варится в подсоленной воде. Если есть вегета, добавлю вегету. Так, надо еще раз укрутить, чтобы он помедленнее бурлил. Вода, точнее. Так. Так, вот. На кончике столовой ложки соли. Хотя это, наверное, даже мало. Это как чайная ложка. Я всегда не угадываю. Как-то то пересолю, то недосолю. Ну, не хочу я пересаливать. Я лучше, если что, можно будет это все в тарелке, как говорится, досолить. Ладно, пусть пока так варится, потом попробую. Так, я сначала хотела обжарить морковку. Думала, обжарю на сковородке, может быть, с луком. Лука нет. Потом думаю, ладно, обжарю просто морковку. Ну, для булгура, я надеюсь, меня там слышно. Для булгура, думаю, просто обжарю морковку. Думала. А потом решила, что полезнее будет. Конечно, понятное дело, что жареное, оно всегда все вкуснее, но мне сейчас лучше поменьше жареного. Поэтому решила просто натереть свежую морковку. Такой вот у меня будет салат. Хотела, думала натереть на самой мелкой терке, но потом тоже подумала, то что это будет очень долго и утомительно. Поэтому я взяла на самой крупной. Вот маленький кусочек остался, его можно съесть просто так отдельно. Так, натру еще следующую. В принципе, и все. Булгур у меня варится. Так, 10 минут уже варится. Добавлю фарш. Он готовый. Фарш уже готовый. Это как типа подливка была для картошки, поэтому я его решила, тут осталось, сюда добавлю. Это брат готовил, не я. Если бы готовила я бы снимала, конечно. Вот, но тут уже, блин, прокараулила, воды нету, уже вода выпарила, и булгур, можно сказать, уже готовый. Там немного вода есть. Сейчас он тут растворится. Так, хотя бы для вкуса, для запаха немного будет. Конечно, этого количества фарша мало. Ничего.
все равно уже, как говорится, не один булгур, уже хоть что-то с чем-то есть. В общем, сейчас я это перемешаю, но в принципе все и готово. Морковка тоже готова, натерла уже. У меня там тоже совсем чуть-чуть капелька осталась чесночного соуса. Я думаю, может быть, добавлю морковку или уже отдельно я его так буду порционно добавлять. Потому что на это количество, на две морковки, то, что там осталось, ну, прям вообще не хватит этого соуса. Майонеза нет, я сейчас майонез не покупаю, не ем. Сметаны тоже нету, сметану очень люблю. Но, в принципе, нормально выглядит, да? Поэтому морковка у меня получается так, без всякой заправки, просто натертая. Но ничего, это тоже вкусно. Вот, в принципе, и все, и готово. Такой вот получился булгур, получился с фаршем. Ну, это хорошо, его тут размешали. Нормально. Я думаю, я буду уже выключать, там и воды уже нету. И все. Пусть он стоит. Все. Вот такой вот Хейнс чесночный соус. Тут его осталось вот здесь, вот прям вот, чуть-чуть. Получается. И вот здесь вот верхушки немножко. Я его выдавлю сюда. Пусть хотя бы будет для запаха. Обычно, когда морковку делаешь, да, вот такой вот салат, добавляешь сюда там, ну, чеснок по вкусу, несколько зубчиков, да, можно добавить. И заправляешь майонезом там или сметаной. Получается очень вкусно, сочно. Вот. Ну, вот у меня вот такой вот соус. Ну, что я хочу сказать. Этот соус неплохой, но он для меня кислый. Тут чувствуется кислота. А вот есть соус Михеев фирма. Там кислоты нету, там не чувствуется кислота. И вот там тоже есть сливочно-чесночный соус я брала. Вот он тоже был очень вкусный. А вот эта фирма, тут чувствуется прям вот эта кислота. Ну, уксус или что здесь добавляется, прям чувствуется. Но, тем не менее, он тоже, как говорится, неплохой, вкусный. Поэтому я вот думаю, сейчас попробую выдавить, перемешать. Что будет, то будет. Для запаха. Вот столько получилось. Тут еще с такими, там внутри какие-то кусочки в соусе. Что не фокусируется. В общем, сейчас я это все перемешаю. Ну, как говорится, для запаха точно есть. Пахнет вкусно. Вот этот соус вообще сам пахнет очень вкусно. Ну все, теперь осталось нам попробовать все это. Так, я положила. Тут не видно, ладно, потом покажу. Сейчас мы это все попробуем. Попробуем морковку сначала. Не. Кисленькая получилась. Я говорю, вот эта фирма Хейнс, которая делает соусы, там прям кислинка очень сильно чувствуется. На любителя, как говорится. В общем, не только для запаха, но и для вкуса достаточно. И хорошо, что осталось именно небольшое количество в самый раз. Так, теперь булгур пробуем. М-м-м.
Булгур сварился. На соль нормально. Даже можно немножко подсолить в тарелке. Ну, а так нормально. Ну и нотка вот этого фарша все равно она дает. Как бы уже, как говорится, не пустой булгур, а обычный. Обычная крупа, но уже со вкусом. В общем, получилось все очень вкусно. Вот у меня здесь морковка, здесь булгур. Получилось все очень вкусно. Такое вот получилось у меня видео. Там в зеркале я отражаюсь, да? Все. Такое получилось у меня видео, небольшое. Кстати, хочу сказать, вы меня не теряйте, то, что мои видео, может быть, сейчас не так часто будут выходить, но вы меня не теряйте. Вот. Поэтому еще увидимся. Всем хорошего настроения, всем приятного аппетита. Все, всем пока.